Всем привет! Вы на канале Amigurumi Life. Это канал о вязании. Меня зовут Катя. Добро пожаловать! 2019 год уже идет во всю мощь. Уже конец января, практически прошел целый месяц, а я все никак не могу снять видео в итогах 2018 года. Мои дела постоянно вносят в график съемки видео какие-то изменения, и никак у меня не получается это сделать. Но сегодня я их все отложила, я собралась и хочу рассказать вам об итогах 2018 года, а также планах 2019 года. Ну что ж, поехали. Сначала я хочу рассказать о канале. В 2018 году я активно начала выкладывать видео, развивать свой канал. Он у меня был создан до этого в 2017, наверное, году, но я туда не выкладывала практически видео, он у меня так был немножко замороженный. А в 2018 году я взялась за него двумя ручками и с удовольствием снимала для вас видео. Это были и мастер-классы, и очень много влогов, куда я ездила на ярмарки, что я там делала, и обучающих видео для новичков. У нас появилась новая рубрика «Школа вязания», поэтому те зрители, которые еще не умеют вязать, но хотят научиться, вы обязательно переходите в плейлисты, смотрите, есть раздел «Школа вязания», где мы показываем обучающие уроки с самого начала. Там, конечно, еще не очень много уроков, но в этом году уже мы продолжим эту рубрику и будем уже выкладывать довольно много туда разных видео, чтобы вы учились, вы смотрели и наслаждались вязанием так же, как и я и многие другие рукодельницы. Также немножко статистики. В этом году, в прошедшем году, в 2018, мы со Светланой вдвоем связали около 654 игрушек, поучаствовали в 60 ярмарках. Если честно, меня такой результат саму даже поразил, потому что я не ожидала, что будет такое большое количество, как 60 ярмарок. Казалось, что их было гораздо меньше. Но, тем не менее, такая ровная, красивая цифра. Надеюсь, что в этом году ярмарок у нас будет намного больше. Планов у нас тоже много. И надеюсь, что мы их все выполним. В 2018 году мы начали разработку платных мастер-классов в формате PDF, где довольно много фотографий, подробная схема и описание, как сделать определенную игрушку. На данный момент у нас только два готовых PDF-ных файлика по двум игрушкам. Это «Серый волк». Есть на канале обзор на эту игрушечку, ссылочка будет в описании, можете перейти посмотреть. И на «Богатыря» Алёшу Поповича, тоже мастер-класс в PDF, там более 30 фотографий, все подробно описано, расписано, как это делать. На канале тоже есть обзор этой игрушечки, все будет внизу, ссылочки переходите и смотрите. Конечно же, это не очень много, всего два файлика, но мы только начали их разрабатывать. Мы пробовали способ, как это создается, как это делается. И, естественно, у нас очень много схем своих, которые мы придумали сами, но они еще не оформлены в вот этом формате, не написаны и не сфотографированы. Поэтому в этом 2019 году мы обязательно будем продолжать. У нас очень много планов по созданию разных игрушек. И, конечно же, вот эти игрушки, ну, будут платные мастер-классы, потому что, ну, затрачивается очень много сил, очень много времени, чтобы сделать такой мастер-класс, и я считаю, что цена для них довольно-таки небольшая, это может позволить себе каждый
человек, увлекающийся вязанием, поэтому чисто символическая цена на них будет стоять. Если кому-то будет интересно их приобрести, вы можете перейти в группу ВКонтакте, мне там написать, либо на ярмарку мастеров, тоже ссылки все будут внизу, переходите, пишите сообщение, заказывайте, и я тут же вам перекидываю на почту после оплаты мастер-класс. Поэтому в 2019 году мы будем продолжать эту волну мастер-классов, мы будем разрабатывать новые. У меня довольно много людей просило мастер-класс дракона из мультика «Три богатыря». Он у меня в разработке, так, в намётках, так скажем. Я надеюсь, что в 2019 году я его всё-таки сделаю. И вы сможете его приобрести. Так что по мастер-классам вот так. На канале у меня очень много бесплатных мастер-классов, и мы вязали несколько видов хрюшек для Нового года, как символ 2019 года. Также много других игрушек, таких популярных, как по мультикам. Это смешарики, три кота. Поэтому в любой момент вы можете их посмотреть и связать вместе со мной. Ну и, конечно же, в 2019 году мы будем продолжать и снимать бесплатные мастер-классы. Сейчас у меня в намётках мастер-класс на Нюшу смешарика. Надеюсь, что в ближайшее время я его всё-таки сниму и сделаю. Ну и, конечно, много других планов, пока я о них говорить не буду, потому что я могу их еще поменять, передумать. В общем, пока сообщать о них не буду. Но, конечно же, в 2019 году мы активно будем также продолжать вести наш канал. Мы будем снимать много видео. Мы будем, и так как я уже говорила, обучающие видео делать, и мастер-классы, и, конечно же, будет много влогов, потому что в этом году я планирую много ярмарок. Надеюсь, что их будет больше, чем в прошлом году. И помимо игрушек у нас будут, скорее всего, еще два направления. Одно направление – это аквагрим, мы собираемся делать с весны. Мы уже закупили краски, кисточки, в общем, готовимся. Ну, а второе направление, оно пока в разработке. Мы о нем думаем. И у нас, у нас есть еще, в 2018 году мы запустили еще одну линию по ручной работе. Это слаймы ручной работы с разными вкусами, разных цветов и консистенции. Поэтому мы расширяем свое ремесло и надеемся, что в 2019 году нас ждет только положительные результаты, и мы будем очень рады этому. Ну вот, наверное, и все, что я хотела вам сказать. Все основные моменты я упомянула, все мои итоги 2018 года и цели на 2019 год я вам рассказала. Ну а сейчас всем пока, до новых встреч!